Где Руслан? Блин. Что? Идти до Серёна, наверное, надо. Сейчас, сначала пробежку сделаю. Пробежку небольшую устрою себе вокруг дома, кружок. А, что это там было? Какой-то шелест листьев. Руслана? Что? Где? Я тут, возле каньона какого-то. А, вот где? Привет. Да. А что тут? Я там что-то видела. Ну, посмотри тогда. Хорошо. Нет! Больно? Да. Вылететь сможешь? Не уверен, сейчас посмотрю. Ну, тут есть раны. Могу поднять сейчас. Тебе тоже прилетел. Я сзади буду подталкивать. Давай. Давай руку. Давай. Подталкивать сзади тебя буду. И... О, все. Пошли-ка сейчас за Серым сходим. Стой. Все, пошли. Давай сейчас я попробую тактику нашу. Стой. Сейчас. Приду. Вот сейчас летит. Где ты? Стой. Ты уже у дома? Нет. Ну вот. Тебя вижу там. Вот. Все, я возле дома уже почти. Я иду. Все, вижу, вижу. Сейчас попробую нашу тактику, что залазим, ну, типа, на дерево. Ну, к Серому. Проверим, работает, нет. Увидит меня Серый или нет. Без моих криков остальных. Если он в окно смотрит. Серый! Серый! Не отвечает. Может, спит, кстати. Ну, ладно. На Лианы успел. Сама хочешь кушать? Ну, да, сейчас. У тебя либо своя еда есть, либо в сундуке возьми. Ну, у меня есть еда, яблочко съем. Все. Кушай, она полезная. По меткам, по сути, двигаться будет он. Сегодня ночью встал, поел чуть-чуть. Потом смотрю, зомби идет. И падает прям в каньон. Серый, открой, тук-тук. Еще аккуратно. Спишь? Ходить не надо, то упасть можно даже. Доброе утро. Доброе утро. Чего, ничего не болит, там голова. Голова болит. Ну-ка, дай потрогать лоб. Блин, горячее. Че, дома будешь сидеть или на улицу пойдешь? Скажу, да. Че, вы дома останешься? Да, вдруг уходите лучше. Вдруг я заболел зомби-вирусом. Да нет, на это не думай. Слушай, а может это, предложение к тебе есть. Какое? Давай, если знаешь, если тебе сегодня под этим, через мы тебе через минут, через часик, наверное, придем, и ты скажешь, что тебе плохо, мы когда в зомбированную ту деревню пойдем, очистим тебе один домик, зачистим полностью. Да. И тебя в него поселим. Как тебе идея? Пойдет? Пошел, да. Все, через час будем. Я пока что полежу. Чуть не упала тут. Если скажут, что тебе хуже становится или так же плохо, то... Ну, если так же плохо, то тогда еще оставим тебя с нами. Я тут даже могу не по меткам двигаться. Я помню дорогу, я там крысы даже вижу. Ну, что тут прямая дорога просто. Да. Тут совсем недалеко. Ладно, давай через часик-полтора придем к Серому. Пусть он пока что полежит. Может, блин, у нас нет, жалко, что ничего нет, таблетки бы дали какие-нибудь, вылечился бы сразу мигом, по-любому. Ай, давай полежим. Фадер, собирайся, мы идем к Серому. Давай, пошли. Давай. А почему сейчас-то? Ну, потому что уже пришел час. Наверное, у нас часов нет там. Ну, да, я знаю. Ну, так почти. Ну, примерно сейчас день нормальный уже такой. Добрый. Где? Ой, я никуда, кажется, не туда пошла. Ну, это понятно. Бывает. Все, пришла, нет? Я уже иду. Так, ладно. Смотри, где-то. Я все, иду уже.
Ладно. У этого? Ты уже здесь? Да. Ой, я встал, все. Так, ладно, идем тогда к Серому. Я просто немножко не буду. Серый! Не отвечай. Серый. Нормально, нет? Ой, как... Ой, кровь. Да уж. Что, хуже тебе стало, что ли? Да. Я кашляю. Ну, ты вообще горячий. Ладно, придется идти нам в деревню позомбированную. Что, я сейчас немного серой еды, может быть, положу. Положи тебе немного еды. Положи. Забирай серый сундук. Хотя давай, ладно, принесу, пойди. Давай, кровать мне давай. Сама пойди. Вот я серый ему хлеб положу. Серый, из сундука забирай все. Сейчас прям все. Я ему хлеб положу. Все, добыли. Я сундук с собой. Так, мы сейчас... Нет, сначала вещи все из сундука возьми, я сундук я понесу, он тяжелый, потому что тебе. Все вещи из сундука, все. О, я на дерево залезла. Так. Ой, я вижу дом. Я вижу сундук. Ой, я даже зомби вижу. Че, еда есть у тебя, да? Сама, ты где? Да. Я вот тут вот, я на дереве. Мне очень много. Спускаться? Да, я есть. Ой, упал, извиняюсь. Серый паркурным методом. Я лучше бы отдохнул. Александр, где? Я сейчас спущусь к вам. Ладно, ребят, включимся, когда будем уже в деревне. Вот, ребята, мы подходим. О, это деревня. Все-таки, да, тут она есть. Да, это наша деревня. Все, вот тут нет. Заканчивается. Все, вот это деревня. Тут дорога закончилась, да? Да, тут 4 домика. Это они. Че, Серый, в каком поселишься, выбирай. Как она выжила? Давай бирюзовым. Бирюзовым, может, бирюзовым? Бирюзовым. Так, сейчас я открываю двери. Руслан, топор в руки. У тебя он есть? Или... Нет. А, дом оставил, наверное. Серый, топор. У тебя есть? Я через окно вижу, там кто-то есть. Я забыл. Ну ладно. Там зомби. Через окно. Руки высовывают. На. Я рукой бью. Можно рукой. Руслан тоже рукой помогает, если что. На. О, лопата какая-то. Давай. У зомби лопата была в руке, все. Тихо, дом небезопасный. Смотри, он не может пролезть, у него он слишком высокий ростом для дверного проема такого маленького. Фу, плоть гнилая. Фу. Не пока там. Серый, заходи. Там стоит и цветочек, и там не показалось то, что зомби с цветочком. Вот. Смотри, я тут какую-то лопату у него с зомбари упала. Забирай себе. Это лопата, что не твоя, это Серому. Все, Серый, мы закрываем дверь сейчас. Хорошо. Знаешь, кое-что сделаю. Попробуй-ка я тебе это. Сейчас доски сделаю из дерева доски. И быстренько тебе заколочу там чуть-чуть дверь. Бежим. Досочками. Ой, блин, тут дыры неудобно. Я тебе сейчас заколочу одну. Вот эту вот ползли двери заколоти, она. Да я хотел в полу тебе заколотить, ну ладно. Нет, я про пол. А, в полу? Возле двери вот тут. Получается вот тут. Тут и вот тут. Так, пойдет тебе домик. Ну, да, приличный стал. Все, ладно. Если что, смотри, можно это вот окно забаррикадировать сундуком. Вон там. Смотрите, вот это очень хороший домик, возле которого сейчас стоит, но там много зомби. Уходим, Русана. Ты где? Я тут возле этого домика. Там очень хороший домик, там есть. Пока, Серый. Пока. Если что, это, если выздоровешь, то тогда выходи к нам. Да. Или, блин, Блин. У нас нет никакой рации случайно. Если что, знаешь, попробуй где-нибудь найти вагонетку в соседних домах, если выздоровеешь, и отправляй нам это почту как-нибудь, что ты выздоровел, чтобы мы с тобой зашли. Ну, блин, Серый, походу, реально зомби-вирус. Руслан, как думаешь, что там у Серого? Что? Как думаешь, что там у Серого? Не знаю, думаю, там простуда какая-нибудь заболела просто. Мне кажется, это зомби-вирус. Вот, ребята, мы почти подошли. Лак Серого. Если у него реально зомби-вирус, то капец. Не знаю, как это. Яна, чертова. Заходи. Ну ладно. Что, свет не буду включать тогда, да? Пока что не надо. Да. А тогда давай, я иду спать. Я тоже посплю.